Ну, эпично, эпично звучит, конечно. Как он, смотри, делает, смотри-ка. Хоба, всем здорово, с вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть My Singing Monsters. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. Ну что же, наконец-то новая серия, вы извините, конечно, что по два монстра всего, но, блин, чтобы серия хоть побыстрее, почаще выходила, ребят. Блин, я обожаю эту игру, правда, но, видишь, мы без доната играем. Короче, чем мы сейчас займемся? Во-первых, поглядим, что у нас за обнова тут вышло. Ну, я так понимаю, это Хэллоуин, да? Что еще может быть, да? Ребятки, что же тут может быть? Вот. Сезончик. Итакс. Ритм загробной жизни. Включить пробный. Такс. Остров выглядит празднично. Его местный сезонный монстр прибыл. Блин, ну это красиво, конечно, капец. А сезонного монстра у нас, кстати, тут нету. А почему? Потому что, по-моему, я ее отправлял на другой остров. Клававера. Да, смотри, редкая, еще эпическая. Боже мой, она очень круто выглядит. Круто. Кто тут еще у нас? Этим мы знаем, братишек, в принципе. И у нас еще редкие эти. Есть на халяву, ребят. Блин, ну они красиво выглядят. На самом деле надо вывести, ребята. Потому что я говорю, я их отправлял. Плюс почтовый ящик, ребята. Проверяем. И что у нас? Опс. Дрессировщики монстров желают вам радостного и живого дня мертвых. В честь ритма загробной жизни дарим тебе подарок. Спасибо огромное. На самом деле, до этого я еще один подарочек брал. Еще там 20, по-моему, гемов было. Так что, ребят, вот, так сказать, халява, успеваем. Так, а так у меня в сезонной хижины вот она есть. То есть давай заглянем быстренько. Так, стремся к ребятке. Вот она посередочке, если что, ребята. Ну тут. А, кстати, кого у нас тут нет? Блин, надо разгрести, как будто, знаешь, старый хлам, реально, как будто мы в старом доме каком-то. Боже мой, убрать срочно, ребят, маленький камень, коробочка. Смотри, что делает, а? Прикольно. Так, магазинчик. Секунду. Я что-то вообще подзабил, кстати, на этот остров. А тут у нас, так, эпическая, редкая скелетыква. Да, это мы понимаем. Хэллоуин, клававера. У нас фейерверка нет. У нас нет гомункула. У нас нет склеверипка. Не, склеверипка, по-моему, у нас была, да, на каком-то острове. Вроде би. Так, ну, короче, вот этих-то друж... Ну, гомункул тоже есть, на самом деле. Короче, фейерверка единственное нету. Вот я ни разу не слышал, как он поет. А так-то вот эти-то есть, только на других островах. А гомункул, он у нас, короче, на этом. Если что, на моем любимом, на моей ферме остров Вублинов. Так мы ее, кстати, пока и не заполнили. Ребят, да, короче, дойдут руки, ребят. Скоро, уже скоро, ребят, так что не переживайте. Короче, ребят, отправляемся. Во-первых, остров эфира. Трямсик. Нет, тут еще пока не получается, но, видимо, чуть попозже. Остров мифов, и там рядышком, ребят, будет, если что. Во. Ну что же, что это вообще нафиг такое, что это? Какая-то как будто креветка механическая, я не знаю, чисто с шерсткой. Что это? А это у нас... Блеянник! Прикинь. Ладно, окей. Окей. Так, ну давай посмотрим. Как горный козел такой. Так, дружище, ты рад тут быть, да? Только не пой сразу, пожалуйста. Я хочу тебя прокачать. Я не люблю, когда я качаю, и они сразу начинают петь. Ай, дорого! Ух, десятка. Ух, блин! Ну, плеваска, конечно, жесть тут. Кто додумался до такого монстра? Это жесть. Боже мой.
Ой, красиво, красиво все тут прям звучит, ребят, вы поглядите, а. Ну-ка, козлик, давай еще раз, let's go. Покажи нам это. Какая-то, знаешь, арабская какая-то уже. Такая музычка, знаешь, такая. Арабская ночь этого казино. Ладно, осуждаю. Есть такая песенка, короче. Боже мой. Ну, эпично, эпично звучит, конечно. Как он, смотри, делает, смотри-ка. Клево. Так, ну что же, давайте, короче, information. А представь себе, что ты плывешь в лодке по реке вокруг... Напевативы, деревья и звездные небеса. А сообщается, что это за место, которое появилось в воображении растительного мифического монстра, когда оно впервые представило Блиянника. Это мифические сны унаследовала любовь своего двойника к дремоте. Да. И проводит большую часть своего времени в собственных восхитительных мечтах. В этих мечтах монстр описывает резвость и резвость на клубничных полях. Когда он бодрствует, Блиянник любит булькать. Ага, которая восходит к его психоделическому происхождению. Просто будьте осторожны с его необычно зазубренным клювом, когда он вздрагивает, открываясь и закрываясь. Да, кстати, остренький, наверное. Так, ну хорошо, вот такой вот у нас монстрик получается. Давай заглянем в святилище магии. Такс, трямс, ребята, и тут у нас тоже монстр есть, если что. Такс, давай, вот такой как будто сыр, да? Пальмук. Вот такой вот. Ой, чародейчик скоро будет, ребят. Ой, скоро будет. Я так радоваться буду. А мы сейчас с тобой факел зажгем. Мы попробуем его вывести, я думаю, все-таки, ребята. Офигеть. Что это за покемон? Мне почему-то сразу, ребят, знаете, какой-то покемон чисто в голове образовался. Господи! Да блин, ну шо ж так лакомств мало? Я чисто вспомнил какого-то покемона, реально, ребят. Глядя на него. Фиг его знает. Сейчас послушаем, ребята. Ну что-то видишь из присосок, из этих пальцев будет сейчас что-то. Как будто, знаешь, большой палец ноги, но только без ногтя. Да? Чисто с дырками. Жесть выглядит на самом деле. У него здесь рот. Ничего себе. Ух, блин. Ну, зу-зу... Завывает хорошо. Завывает. Прикольно. Так, ну, дружище, давай поглядим, что у тебя там. Пробираясь через рощу деревьев в карманном измерении, будьте осторожны, куда выступаете. Вам бы не захотелось наступить на пальцы корни пальмуга. Его длинные пряди волос свисают от макушки до осиной талии, затрудняя быстрое распознавание. Однако все сомнения отпадают, когда он начинает гудеть. Светящие глаза, энергии, бегущие по его волосам, сюрреалистическая аура тепла и дружбы достаточно, чтобы привлечь внимание любого. Согласен. Вот такой вот у нас монстрик получился. Мы, конечно, сейчас что делаем? Это мы подождать, естественно, родной, и тут немножечко... Ой, куда? Не надо нам тут. Нам нужно, смотри, зажечь. Такс, зажечь. Сейчас, короче, мы все это зажигаем, ребят, обязательно, потому что, ну, последнего монстра все-таки хотелось бы получить. Вот. Дай бог, получим с первой попыточки. Но, думаю... Не, на самом деле, первая попытка была вот сегодня. Вот, и притом факелы еще горели, кстати, на минуточку. Не получилось. Короче, это вторая будет попытка официально. Такс.
Так, вторая попытка, ребята, дай бог, сможем. Просто делаем повторить. Трань. Один день, 6 часов. Что-то здесь не так. Не получилось. Не получилось, ребята. Не получилось, не фартануло, как говорится. Но что делать? Что делать? В общем, этого монстра, да, будет тяжеловато нам. А что делать? Что делать? Ну и наши любимые ребята. Сейчас, Колизей, как больно. Так, ну что же, друзья, а у нас тут проблемка. Ля, трямсик. Ну ладно, для ролика, ребята, чисто для ролика. Ничего страшного, мы это наберем, ребят. Ну что делать? Как бы можем себе позволить, в принципе. Мы уже столько монстров получили, ребят. Ничего страшного. Пельмени на базу. 4, это пофиг. Кстати, ребят, самое важное, кое-что я не сделал. Сейчас мы... Что, кстати, сделаем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут что-то жесткое, кстати. Тут, возможно, что-то жесткое. Сейчас будет. Такс, ну что же, определяем сильного. Так. Пельмени. Да, это бродяга. Это бродяга, и он... Давай. Делай. Так, хорош. Блин, вот бы еще 1700 бы ты нанес, было бы шикарно. Потому что, ну, как бы нам выносить их надо. Ай-яй-яй. Не, ну, в принципе, он неплохо держится. Я думаю, пельмень должен добить. Хорош. Молодец. Добивашечка. Добивашкин. Такс. Опять же, бродяга. Не, во. Ой-ой-ой, тут бродяга. Опять же на сцену бродяга. Хорошо. Да, тут уже, походу, блин, похоронка какая-то играет. Ребята, осуждаем. Блин, мы должны зафигалить их. Хали. Так, пельмеш, опять на сцену. Ну, 400 ты нанесешь, родной. Должен делать. Делаешь. Молодец. Красавчик, просто лучший. Ну, вот этого сейчас выносим. Так, пельмень тоже. Хантер последний у нас. Ой, хорошо. Только не 800. Ой. Есть, блин, красава, есть, ребята, все, найс. Ну все, это победа, ребята. Найс, хорош, выжили. Короче, что я хотел сделать-то, ребят, на самом деле, это важно, это очень важно, ребят, и, возможно, вы тоже, не знаю, еще до сих пор не сделали, нам нужно в мастерскую эфира, обязательно. И магазинчик. Украшение? Что тут у нас? Дорожный указатель? Не, это нам не надо. Вот что нам нужно, ребят. Маленький рудник. Срочно покупаем. Срочно. Ладно, окей. Пусть будет. Квадрат Малевича. Короче, ладно, ребят. Но перед финалом давайте покрутим колесо. Если ничего не упадает, пусть. Так рудник вроде один кристалл дает. Так естественно, братик. Естественно, и чего? Обязательно надо его покупать. Не буду крутить еще раз. Короче, ребят, лайкосик. Взлетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.